Анонс и точная дата выхода третьей серии нового сериала «Историк». Третья серия сериала выйдет на телеканале ТВ3 15 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как на экоферме обнаружен труп владельца хозяйства, сильно обедененный свиньями. Здесь следователь Анна Рыбакова вновь застает чудаковатого историка, который уверяет ее в том, что знает, как найти убийцу, руководствуясь разработанной теорией цикличности. Теория Ольховского помогает Инге поймать серийного убийцу. Молодая пара переезжает в новую квартиру и с ужасом обнаруживает в холодильнике голову бывшей хозяйки. Но самое интересное, что они видели хозяйку живой накануне. А судя по находке из холодильника, смерть наступила намного раньше. Напомню, третья серия сериала выйдет на телеканале ТВ3 15 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.